Всем привет, ребята, с вами я Racing Channel, и у меня сегодня на обзоре спиннер хенд, спиннер капля, цвет градиент, необычный спиннер хенд, спиннер капля, цвет градиент привлекает к себе внимание за счет формы. Ранее на рынке еще не появлялся спиннер с шестью лепестками, да, еще и в цветном режиме градиента. Во время вращения в руках данного изделия создает неповторимый визуальный эффект. Все цвета переливаются на высокой скорости вращения, и за этим очень приятно наблюдать. Детям такой эффект однозначно нравится, ведь они без ума от всего яркого. Спиннер 6 граней. Отличная игрушка для вашего ребенка, которая поможет ему еще и улучшить мелкую моторику. Современный шестиголовый спиннер подходит и взрослым. Данное изделие создавалось еще как игрушка антистресс. Многим вращение мелких предметов в руке помогает успокоиться и собраться с мыслями. Если у вас нервная работа, то задуматься о приобретении такой модели точно стоит. Тем более, с ней вы однозначно будете в тренде среди молодежи. Так, особенности. Необычный дизайн в форме шести капель. Материал высококачественный, сплав алюминия. Гибридные керамические подшипники. Маленький размер и вес. Удобно носить с собой. Средняя продолжительность вращения от 3 до 5 минут. Самая нужная игрушка для офиса 2017 года по версии Forbes. Ну вот, сейчас мы его, ребята, покрутим под музычку. А, сейчас я вам еще и скажу цену этого спиннера. Цена составляет 1250 рублей. Ну что ж, давайте-ка включим музычку и послушаем ему зло и покрутим спиннер. Вот, ребята, если вам этот обзор понравился, ставьте лайк этому ролику. И что я вам желаю? Крепкого здоровья и всего вам самого, ребята, лучшего. Ну вот, если вам такая моделечка тоже понравилась, этого данного спиннера, блин, приобретите, прикольная вещь. Да и тем более он такой легкий, блин, это прикольный, блин, это как в действительности, как это крутая вещица.
Ладненько, ребятки. Всем пока.